Проект «Школа мира» – инициатива Белорусского фонда мира в тесном сотрудничестве с Министерством образования при поддержке Белорусской православной церкви. Его цель – вовлечение учащихся в различные акции и мероприятия добровольческого и волонтерского характера во имя мира, дружбы, взаимопонимания и согласия. На сегодняшний день у нас уже 38 школ, включая сегодняшнюю Яковчицкую школу и один дом семейного типа. Среди 38 школ у нас уже два центра детского творчества. Это дворец детского творчества в городе Бабановичи. И буквально несколько дней назад присвоили статус мира учреждению образования центр Кобринский районный центр детского творчества. Руководство Яковчицкой средней школы подало заявку на присвоение высокого звания «Школа мира», потому что ребята ежегодно активно принимают участие в различных волонтерских и поисковых акциях и с удовольствием помогают ближнему. И сегодня в торжественной обстановке в присутствии учащихся, педагогов и почетных гостей Лидия Романюк вручила учреждению сертификат, подтверждающий новый статус школы. Сегодня истинная ценность нации – это мир. И очень символично и значимо, что именно в нашем районе уже третья школа, Яковчицкая средняя школа, сегодня присвоен статус школы мира. И к 40 юным миротворцам, еще 10 учащихся сегодня, которые станут доносить миротворческие проекты и передавать их из поколения в поколение. В канун знаменательных праздников Дня Великой Победы, в канун 80-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, мы помним и вспоминаем о том, что белорусская земля полита кровью. Полита кровью и Яковчицкая земля. 43 мирных жителя были расстреляны в годы Великой Отечественной войны. 70 убиты на фронтах. И сегодня мы будем помнить и передавать эту память из поколения в поколение. Как говорил наш президент, время выбрало нас, время выбрало наших миротворцев, которые своими проектами, своими акциями, мероприятиями будут нести понятие мир, созидание, развитие нашей страны в своих делах, поступках и чтить память тех, кто сегодня, кого сегодня нет с нами. Мне задают вопрос, даже в том числе местные жители, мол, что, зачем вы это вот сделали, с какой целью, почему, и с такой крестьянской основательностью спрашивают, может быть, там финансово как-то вам это поможет. Тем более акции, там, забота, волонтерское движение, вы и так его делаете. Зачем вот еще вот это, как они говорят, вам такие вот сложности? Я всегда вам говорю, да, вроде бы все это делаем, но теперь это мы будем делать то же самое, но уже на гораздо, скажу вам так, более высоком уровне. Вот эта вот принадлежность к организации, которая сразу дисциплинирует людей, учащихся, их воспитывает, развивает, мотивирует, в конце концов, дает возможность реализовать свои способности, ну и, конечно же, общение с другими школами, это огромный такой плюс. В этот день ряды миротворцев торжественно были приняты учащиеся 6-8 классов. Ребята – добровольцы. Они хорошо учатся, занимаются творчеством и общественно полезной работой. Они готовы трудиться на благо других и вдохновлять окружающих. Меня очень привлекает помощь людям, в том числе волонтерство, разные реконструирование памятников, уборка. Я вот люблю это очень сильно. Школа мира – это не только новый статус, но и большая ответственность, а еще старт для освоения новых проектов. Василина Бускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.